Сегодня Владимир Путин прибыл в нашу страну для участия в 19-м форуме межрегионального сотрудничества. Его темой в этом году стали перспективы взаимодействия Казахстана и России в сельскохозяйственной сфере. Точки роста обсуждали эксперты, чиновники и бизнесмены двух государств в житнице нашей страны, Костанайской области. А главы государств подключились к дискуссии онлайн из президентского дворца в столице. Анна Абрамова расскажет о том, что обсуждали сегодня в Аккорде. Для участия в пленарном заседании 19-го форума межрегионального сотрудничества в режиме онлайн глава России прибыл в Аккорду. Перед началом телемоста с Костанаем Касым-Жомарт Токаев встретил Владимира Путина в торжественной обстановке. И сразу после президенты проследовали в зал для конференций. И пока в холле Аккорды спешно, но аккуратно собирают ковровые дорожки, по которым только что прошли главы двух государств, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсуждают важные вопросы. А именно, как улучшить экономическое взаимодействие двух стран. Несмотря на то, что Казахстан и Россия в этом году наторговали на рекордную сумму, а это 27 миллиардов долларов, вполне можно и увеличить этот показатель. Одной из причин, по которой агропромышленный и экспортный потенциал реализован недостаточно, являются транспортно-логистические ограничения, считает Токаев. Потери собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения в наших странах достигает 40%. Поэтому важным направлением нашего двустороннего сотрудничества должно стать развитие инфраструктуры хранения, в том числе элеваторов, овощи и фруктохранилищ. Еще одна задача, на которую Токаев обратил внимание аграриев и которую отечественные фермеры могут решить в том числе с помощью российских коллег, это обеспечение собственным семенным фондом. Кроме того, не конкурировать, а работать сообща необходимо и над повышением доступности удобрений, которые наравне с семенами, по мнению Токаева, должны быть выведены из-под действия международных санкций для укрепления глобальной продовольственной безопасности. Вот еще более важным и даже стратегическим вопросом является водная безопасность, о которой президент Казахстана, разумеется, не забыл упомянуть. Пользуясь случаем, выражаю надежду, что наши отношения стратегического партнерства с Россией станут гарантией сбалансированного подхода к совместному рациональному использованию водных ресурсов в интересах народов обеих стран. Токаев рассчитывает, что тот пакет соглашений и бизнес-контрактов, которые подпишут в рамках проходящего в Костанае форума, раскроет потенциал не только отдельного региона, но и целых отраслей экономики. Путин же своего коллегу в этом, судя по всему, поддерживает. Насколько я знаю, к подписанию по итогам нынешнего форума подготовлен целый ряд новых соглашений и меморандумов, а также коммерческих контрактов на общую сумму порядка 100 миллионов долларов. Это наглядно демонстрирует, как успешно развиваются российско-казахстанские экономические связи. А заключаются они в том, что Казахстан и Россия являются крупнейшими сельхозпроизводителями и входят в десятку мировых лидеров по экспорту зерна. Кроме того, на долю двух стран приходится 10% пахотных земель и 9% пастбищ и сенокосов всей планеты. Есть у наших государств и большое количество совместных проектов в сферах недропользования, промышленности, энергетики, транзита и здравоохранения. Их Токаев и Путин обсудили уже во время двусторонних переговоров. Анна Абрамова, Улагат Миргалиев, столичное бюро КТК.